Здравствуйте, мои любимые зрители, рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Ольга Савкина, и сегодня я в гостях у Сеймура. Но сам Сеймур сейчас находится на фабрике, отшивая для вас новые модели красивых шуб. И что-то уже он прислал для того, чтобы мы вам уже показали, к чему мы готовимся весной. Итак, сегодня будут в обзоре яркие, красивые модели по хорошим ценам. Также будут, это уже весенняя коллекция, также будут зимние шубки по распродаже в хорошем мехе, где скидка будет порядка 30-40 тысяч. Хочу показать вам сразу визитку. Я сейчас нахожусь, это город Москва, рынок Садовод, 5-й павильон, линия B8, B10, линия V7, V9. Называется павильон «Мои меха». Также здесь указан телефон Сеймура, звоните ему, задавайте вопросы, можно сделать онлайн-заказ. Все по вашей просьбе. Также делаем отправки. И если вы приезжаете сюда, на рынок Садовод, звоните Сеймуру, он вас встретит, организует для вас парковочное место и выберет для вас самые лучшие модели. Ну что ж, поехали. Сегодня буду рассказывать вам о всех шубках я. Для тех, кто не знает, как пройти к Сеймуру, показываю. Итак, город Москва, торговый комплекс «Садовод», вход номер 3. Здесь можно припарковаться на машине, но по звонку, либо приехать на автобусе, там есть справа автобусная остановка. Проходите, заходите в отдельное стоящее здание, называется оно «Пальто, меха и кожа». Проходите четко прямо по линии, никуда не сворачивая. Пока не увидите надпись «Линия Б». На линии Б поворачиваете направо, проходите несколько павильонов, буквально 5 павильонов, и видите такую большую надпись «Мои меха». Вот он, наш любимый павильон у Сеймура. Итак, начинаем с первой шубки. Длина 90, такая яркая, красивая модель. Можно носить ее застегнутой. Если на улице уже жарковато, можно ее расстегнуть. Молния, кстати, расстегивается, она двойная. Можно снизу расстегнуть, что удобно в машине, можно сверху. И обратите внимание, здесь вот есть такой ремешочек. То есть шубка вроде как расстегнута, но с другой стороны немножко прикрыта, смотрится красиво. С платьицем будет шикарно смотреться. Эта шубка есть в 8 расцветках. Рукавчик есть, она с рукавом, есть без. Вот такой же вариант этой шубки. Обратите внимание, вот здесь есть рукавчик. Рукавчик отстегивается, если нужно. Но также эта модель есть еще и в желтом, и в зеленом цвете. Очень красивая модель, легенькая. По стоимости 60 тысяч, размерах 42 по 60. Эта шубка подарок для вас. Она осталась одна, поэтому ее запустили в распродажу. Сейчас цена ее 55 тысяч. Это дорогой, хороший мех. Обратите внимание. Хороший такой идет внизу подпух, то есть она действительно тепленькая. Она не тонированная, не крашеная, идет четко по фигуре. Размер остался 44-46. Вот у меня 44 размер, у меня есть немножечко как раз запасик. Длина 70 сантиметров, прям эту модель однозначно рекомендую. Еще одну красивую модель хочу вам продемонстрировать. Это уже весна, то есть модель идет укороченная, длина идет 70 сантиметров. Мех здесь не такой плотный, но в то же время согревающий. Шубка легкая. Если нужно, рукавчики здесь отстегиваются. Сейчас вам покажу. Вот тут вот идет молния, но она практически незаметна. Поэтому, если нужно, отстегнете. Если не нужно, оставите. Мех хороший, качественный. Размер идет 44 по 64, стоимость 70 тысяч. И смотрите, есть вариации по воротничку. Здесь воротничок стоечка, есть английский воротник. Эта модель также может быть с капюшончиком. И есть тоже разная длина и разные расцветки. Модель красивая, рекомендую. Шубка «Автоледи» – очень популярная модель. Здесь идет английский воротничок. Если нужно, можно его застегнуть. Здесь есть пуговка, просто без зеркала это делать неудобно. Стильно смотрится, есть поясочек, также можно носить без поясочка. Размеры идут от 42 до 50. Смотрите, красиво здесь тоже. Мех хороший, подпух тоже есть. По стоимости 75 тысяч. Тоже есть расцветки, но это натуральный цвет.
то есть цвет называется соболь. Шубка летучая мышь, представлена тоже в различных расцветках. Есть воротничок с тоечкой, есть еще эта модель с капюшончиком. Обратите внимание, здесь какие рукавчики идут, рукав идет спущенный. У кого широкие плечи, вот эта модель просто идеальна. Она скорректирует фигуру, сделает ее более точеной и красивой. Сзади удлиненная модель, то есть надо все, что нужно, прикрывает. Спереди укороченная. Модель идет 75 сантиметров, по стоимости 60 тысяч, в размерах 42 по 50. Для тех, кто любит шубки подлиннее, модель в паркетной выкладке вытягивает рост, делает вас более стройной, красивой. Идет она в размерах 42 по 66 размер. Обратите внимание, что хороший размерный ряд. Есть капюшон. Капюшончик, если нужно, можно застегнуть. Если нужно, можно сделать его просто красивым таким аксессуаром. По стоимости 80 тысяч, очень красивый цвет уголь. Это идет североамериканская норка, то есть это действительно дорогой, хороший мех. Очень красивая шубка, это модель кимоно называется. Цвет здесь идет потрясающий, марсал. Это североамериканская норка, то есть она такая плотненькая, плотная. Обратите внимание, какой здесь идет подпух. Вообще не видно основания, как будто здесь толстый-толстый мех. Но она достаточно легкая по ощущениям. По стоимости эта модель 110 тысяч. Можно носить ее с поясочком, можно без. Есть кармашки, кармашки идут накладные. По размерам идет 42 по 56 и по стоимости 110 тысяч. Потрясающая шубка из корукульчи. Отделка здесь идет норкой. Смотрите, норка у нас на рукавчиках и норка на воротничке. Английский воротник, если нужно, его можно сделать на запах, то есть застегнуть его. Здесь есть специальная пуговичка. Модель идет до 54 размера с кармашками. Длина идет 75 сантиметров. Стоимость 85 тысяч. Очень красивая модель для пышных дам, модель кимоно. Здесь также идет паркетная выкладка для того, чтобы корректировать фигуру, делать вас более стройной и высокой. Модель сейчас на мне в 62 размере, но она есть от 46 до 70 размера, то есть действительно на пышных наших дорогих женщин. По стоимости 95 тысяч, здесь хороший мех, обратите внимание тоже, видите, какой плотный идет здесь подпух. Модель есть с капюшончиком, капюшончик можно застегнуть, и есть просто воротничок-стоечка. Модель балетка, пошита в распуск, длина ее уже метр, очень красивый цвет, голубой сапфир. Есть она с капюшончиком, капюшончик, если нужно, застегивается, хороший мех. Здесь получается как воротничок, воротничок все закрывает, все, что вам нужно. Мех, обратите внимание, тоже идет с подпухом. На мне сейчас вот эта модель в 42 размере. Есть она от 42 до 52 размера. По стоимости эта модель 85 тысяч. Классическая шубка, идет она под поясок. По бокам идут разрезики, что очень удобно при движении. Если вы много передвигаетесь, то вот эта модель вам будет идеально. Хорошая длина 90. Также она есть в длине 100 и 110. На мне она сейчас представлена в натуральном цвете, такой шоколадный, красивый. А также она есть еще в черном цвете. Хороший подпух, достаточно легкая, с капюшончиком. По стоимости 80 тысяч. На мне сейчас 44 размер, представлена она до 52 размера. Продолжаем тему классики. Эта шубка идет уже по длине, 125 сантиметров длина. По бокам также самые идут разрезики. Она идет под пояс. Есть пояс меховой и также предлагается пояс кожаный. Обратите внимание, хорошая посадка. Воротничок, если нужно, можно сделать вот так. Можно его отстегнуть. Воротничок идет английский. По стоимости 100 тысяч, в размерах идет 42 по 50. Красивый натуральный соболиный цвет. Легкая, уютная модель на весну, вообще моя самая любимая модель, рубашка идет. Смотрите, длина здесь идет 75 сантиметров. Здесь идет воротничок-стоечка, но также можно еще сделать ее с капюшончиком. Хороший мех, по стоимости 83 тысячи. В размерах идет 42 до 54 размера. И есть у этой модели различные расцветки. Кто хочет выглядеть эффектно и дорого, рекомендую обратить внимание на эту модель. Здесь идет очень красивый капюшон, капюшон кобра, мех идет куницы. Обратите внимание, как шикарно это выглядит. Размер идет 42 по 60, по стоимости эта шубка 145 тысяч, успейте приобрести.
Шубка «Летучая мышь» в красивом дорогом мехе. Это североамериканская норка. Обратите внимание, какой здесь идет подпух. Сейчас очень хорошая цена на эту шубку. Идет она по стоимости 115 тысяч. Размер идет 42 до 54 размера. Красивый цвет изумруд, но также есть и другие оттенки. Английский воротничок, аккуратная, ничего лишнего, очень благородная модель. Девочки, прекрасная шубка сейчас идет у нас по акции, по распродаже. У нее длина метр, при этом из нее можно сделать короткую курточку. Обратите внимание, здесь молния, можно отстегнуть длину, если потеплело. Если похолодало, пристегивайте, и получается уже хорошая комфортная шубка. Также отстегиваются рукавчики, тоже для того, чтобы носить ее также весной. Красивый цвет графит, есть подпух. Модель идет с таким аккуратным воротничком. Хорошо сидит по фигурке. Размер идет 42 до 52 размера, и цена ее 75 тысяч. Торопитесь. Продолжаем нашу акцию, нашу распродажу. Вот эта шубка осталась всего одна, ждет свою хозяйку. У нее размер идет 50-52. Это хороший, дорогой мех. Она прям очень плотная. Это чувствуется, когда вы ее примеряете. Была она по стоимости 140 тысяч. Сейчас ее цена 95 тысяч. 50-52, напоминаю. Обратите на нее внимание. У кого такой размер, советую к приобретению. Очень красивая модель, которая тоже сейчас идет по акции. Осталась она только в 42 размере. Ну, 42-44, вот мой размер. Обратите внимание, мне она идеальна. Здесь, если нужно, подворачивается рукав. Можно вот так его оставить, в зависимости от длины ваших ручек. Длина идет 120 сантиметров. Хороший мех, качественный. Была она по стоимости 130 тысяч, сейчас 95 тысяч. Очень хорошая, дорогая шуба в мехе Black Llama. Великолепный подпух здесь, шубка, ну, такая прям тепленькая, можно носить ее при минус 25 градусов, при минус 30 градусов. При этом она достаточно легкая по ощущениям. Здесь воротничок идет стоечка, накладные кармашки, кармашки идут на магнитиках. По длине 110 длина, по стоимости 120 тысяч, в размерах идет 42 до 54 размера. Благородная шубка из Курукульчи. Здесь идет длина 100 сантиметров, стоимость ее 110 тысяч. Хороший такой приятный цвет, идет она до минус 15 градусов, в размерах 42 до 52 размера. На мне сейчас 48 размер. Потрясающая эффектная шубка, модель кимоно, выполнена она в паркете, что хорошо корректирует фигурку, делает вас более высокой, красивой, стройной. Смотрите, эта модель с красивым таким капюшончиком. Капюшон идет куница, можно его накинуть на себя, он аккуратный, небольшой. Можно также сделать его просто открытым, что будет эффектно, красиво смотреться. Модель выполнена в разных ростовках. Вот на мне сейчас длина 120. Также она есть в длине 130, 110 и 140. Есть она в белом цвете, как на мне, и есть она в цвете Black Llama. Также здесь подворачивается рукавчик, если нужно. Смотрите, хороший здесь идет запас. Вот у меня отвернутый рукав, вот подвернутый. Модель шикарно выглядит. По стоимости 130 тысяч, в размерах идет от 42 до 52 размера. Модель кимоно для пышных дам. Реглан плечо, которое будет делать вашу фигурку более аккуратной и красивой. Вот так вот плечико хочу вам сразу показать. Также обратите внимание, хороший красивый капюшон, куница. Он тоже небольшой, можно накинуть его на себя. Шубка объемная, это именно большие размеры. Я сейчас примеряю на себя 72 размер, поэтому выглядит она немножечко мне великовато. Идет она вообще от 50 до 72 размера. По стоимости 145 тысяч. Хороший качественный мех, североамериканская норка. Тоже можно показать, Катюш, подпух. Модель кимоно. Здесь идет паркетная выкладка, которая как раз корректирует фигуру, как я вам уже рассказывала. Переходим к цветным шубкам. На мне цвет слоновая кость. Также она есть в цвете пудра, есть в бирюзе и есть в цвете травка. Очень красивые оттенки. Также она есть в Black Llama, но в Black Llama она будет подороже. Если на мне шубка стоит 150 тысяч, обратите внимание, хороший мех. И здесь идет еще капюшон куница. Капюшончик хороший, полноценный, плотненький. Если нужно, можно вот так вот застегнуть пуговичкой. Если, кстати, не нравятся такого плана пуговички, они все на любых шубках отстегиваются.
стоить, можно опустить. Значит, на мне шубка будет стоить 150 тысяч, если она будет в сети Black Llama, то она будет стоить 180 тысяч. В размерах идет от 42 до 52 размера. Все шубки идут прямо размер в размер. Ну что ж, дорогие друзья, на этом мы завершаем наш обзор. Сегодня мне пришлось рассказывать вам самой. К сожалению, Сеймур не смог присутствовать на съемке, но надеюсь, что вы не будете ко мне строгим и все равно посмотрите, выберите для себя ту или иную модель. И если останутся какие-то вопросы, звоните Сеймуру, потому что он на связи. Давайте покажу вам визиточку. Я нахожусь сейчас город Москва, торговый комплекс «Садовод», 5-й павильон, меховая кожа, линия Б8, Б10, линия В7, В9. Отдельно стоящее здание. Когда будете подъезжать, звоните Сеймуру, он вас встретит, покажет, расскажет. Также можете сделать онлайн просмотр по видеосвязи и можете сделать онлайн заказ. Ждем вас в этом павильоне. Всем спасибо!